Привет, ребята, привет, княженцы. Всем огромный привет. Ребята, короче, сегодня про тетю Олю. Обсуждаем тетю Олю. Все вот ее вот эти вот вещи, какие произошли в ее жизни, какие еще предстоят произойти. Это, конечно, не точно, но все возможно. В нашей жизни все возможно. Сейчас вроде как бы живем-живем, потом прям хренак, что-то происходит. Так вот, значит, во-первых, что произошло? Во-первых, тетя Оля, значит, показывает, хвастается. Ну, не хвастается, просто показывает о том, что вот, значит, в доме теперь тепло, батареи установлены, тут, ну, как бы уж такой ремонтик продвигается в доме. Правда, на втором этаже электричества нету. Электричества нету, да, беда, беда. Ну, как беда, это беда, как я образно говорю. То, что, значит, как бы это, возможно, я так думаю, опять сугубо частично, мне все сугубо частичное, индивидуальное это мнение. Знаете, предстоят когда-то, когда-нибудь, ну, сборы на что-нибудь, на электричество, к примеру. Потому что, а почему бы нет, на электричество, что, не скинете же денег на электричество. Ну, ладно, значит, электричества, короче, нету в доме, значит. Потом, значит, тетя Оля выходит, не в доме, там, на втором этаже. Потом, значит, тетя Оля выходит, говорит, на улицу. Тут, говорит, вот, ну, дверь сразу на улицу выходит. Хорошо бы предбанничек сделать, предбанничек. Потом там это расстояние, где там до гаража, там, на какую-то постройку, вот эти подсобные помещения. Тут бы такой, ну, мол, переходик сделать, переходик. Ну, переходик, я про себя думаю, блин. Вот я какую-то такую сказку читал раньше, знаете, когда жили там два царя, или царь один, я уже точно не помню, когда он стеклянный мост построил от одного дворца к другому. А почему бы нет? Почему нет? Почему бы построить, например, не переходик, знаете, из гаражка в дом, а сразу какой-нибудь туннель, да, где будем мы на электрической повозке передвигаться, например. Или сразу, знаете, это туннель на океанариум, тоже неплохо, на тобой будут рыбки плавать. Там. Ну, это опять, это так, это вообще, это глупость, что говорю. Ну, короче, ладно. А, значит, да. Значит, тетя Оля потом, вот момент опять такой просто мировой, значит, заходит к строителю, вот этому своему главному, главный строитель я его называю, и говорит, мол, да вот все хорошо, вот, ну крышу бы еще перекрыть, крышу, зная расценки на крышу, какие сейчас бешеные просто для расценки, подорожали стройматериалы, соответственно, подорожала работа оказываемая, да, это будет немало стоить крыша, благо, что сейчас зима наступает, ну благо, я имею в виду, вообще просто, затраты никакие не надо, во-первых, не надо затраты будут и тетю Оле делать никакие, затраты не надо никакие будут, ну, подписчикам делать, донат слать, то есть потом это будет, это, ну, весна, по весне можно делать крышу, пока как бы крышу делать не надо. И к лучшему, это к лучшему, да. Вообще просто, знаете, делов предстоит еще немерено. Вот я так думаю, что, ну вот представляете, вот если не хватает денег, вот, например, от Ютуба, там, да, от двух каналов тютюльных, там, да, от всех вот денежек, там, ее туда-сюда, там, да, от рекламы и прочее, это, может быть, продукцию продавать. Просто я посмотрел в ролике сегодня, там, знаете, значит, масло понаделали свойского. Да причем не она делала, а Петрович, значит, тетя Оля говорит, ну, там, и по здоровью как-то ей тяжело, там, да, и времени на это нету. Теперь Петрович, может, будет там фигачить, но это опять, как бы, временный, может, эффект, ну, какая разница, значит, Петрович сделал масло самодельно. Вот представляете, масло, я не знаю, сколько сейчас масло стоит такое вот деревенское, просто сейчас на Вкуснотеево я пришел, как-то без скидки 200 рублей было, по скидке 150, там, да, за 180 грамм. Да просто масло продай, вот оплати там что-нибудь, я не знаю, что там, ну, электричество там, это создание там, да. Но это опять, это не хватит денег, не хватит. Придется как бы доставать там из заначки. Ладно. А, как бы тетя Оля главное говорит то, что, ну, она вот очень благодарна тем за то, что, мол, как бы вы донатите, там, да, донатили, донатите. И как бы возможно будете донатить, то есть ей нужна помощь, поддержка туда-сюда, все правильно. На самом деле, знаете, как если как бы донатят, то почему бы как бы не попросить бы еще? Молодец, вот сейчас без сарказма, как бы, да, ну это, ну, конечно, можно сказать, что аппетит надо поумерить туда-сюда, что там кто-то может скажет, это совестно, несовестно, там, да, это, ну, если донатят, то почему не донатить? Там, где дети учатся, там хорошо, там, где, там, в Питере, Москва, там, ну, то есть все как бы все четенько, там, да, постепенно хозяйство разрастается, домик разрастается, там, да, пристраивается, что-то там, да, облагораживается, ремонтик там, да, это, машинки покупаются. Ну, почему бы нет, как бы.
я ничего не вижу в этом такого. Все только да. Вот. Поэтому это, посмотрим, что будет дальше, весной, будет ли новая крыша. Я почему-то думаю, что крыша там будет, да причем не такая особо простая. Я, правда, не разбираюсь в сортах крыши, какие там бывают частных домах, кто кроет там, да. Но я думаю, что будет не особо простая крыша, к тому же. Вообще, кстати, зачем вот строить вот эти все крыши какие-то отдельные, там, да, переходы, не переходы, вот эти достройки. Сразу дом. Реально просто вот можно, я сейчас говорю прям без шуток, то есть чем брать вот это вот мелкими какими-то там, да, сразу включить донат на дом, на постройку дома, эти строители, может, или другие там построят там, да, за 3 миллиона там только так там возведут сооружение там, да, во, прям будет просто реально дворец, и можно будет делать переход, хоть стеклянный, хоть оловянный, хоть деревянный, да, от дома к дому, так что это, поживем, увидим, как говорится. Ну а вам большое спасибо за просмотр, спасибо, что ставите лайки, пишите комментарии. С вами был Егор Павлович Княжин, всем до новых встреч, всем пока.